Новая жертва Брекзита. Министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС вызвали на ковер в парламент. Дэвида Дэвиса обвиняют в провале переговоров с Брюсселем. Как оправдывался министр и почему такое недоверие к нему, выясняла Светлана Чернецкая, наш субкор в Лондоне. Британские депутаты негодуют. Все пошло не так. В переговорах по Брекситу Брюссель задает тон, оппозиция Лондона выглядит очень слабо. В поисках виновных далеко идти не пришлось. И с премьера переключились на непосредственного ответственного – министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Депутаты засомневались в компетентности Дэвида Дэвиса. Подлил масло в огонь его бывший подчиненный Джеймс Чепман. Он назвал экс-начальника ленивым. Дескать, тот работает от силы 3 дня в неделю. Для проверки министра на компетентность его вызвали на ковер в парламент. На слушании Дэвис держался довольно самоуверенно. И в том, что переговоры по Брекситу идут трудно, обвинял несговорчивый и непредсказуемый Брюссель. Есть риск, что в самом конце переговоров Евросоюз выдвинет неожиданные претензии в последнюю минуту, и они поставят под угрозу весь процесс. Такое очень возможно и уже случалось не единожды. Поэтому мы не должны исключать вариант уйти из ЕС без договоренностей. Министру удалось убедить присутствующих в профессионализме. Он владел темой, и не было вопросов, на которые он не мог бы ответить. Но, тем не менее, упреки в сторону Дэвиса не прекращаются. Его также обвиняют в том, что он игнорирует и запросы депутатов, и важные встречи в правительстве. Правда, пока менять команду переговорщиков по Брекситу никто не собирается, чтобы не усугубить ситуацию еще больше. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».